Всем привет, друзья! Вы на канале Бухай ТВ. И, как говорится, мы сегодня по просьбе, как говорится, подписчиков будем, как говорится, с России распивать алкогольный энергетический напиток. На Рево у меня были, как говорится, уже видео и на красное Рево, и на обычное Рево два раза я делал, два видео делал. Что хочу сказать. На желтое Рево я не делал, но то, как говорится, в дальнейшем, в принципе, сильно я эти слабоалкогольные энергетические напитки сильно не пью. Так что, как говорится, когда-то в дальнейшем, может, сниму. На днях я попробовал такой слабоалкогольный напиток под названием Бронхс. Бронхс. Что хочу сказать. Состав полностью зачитывать не буду. Тут состав, конечно, очень жесткий. Пройдусь, грубо говоря, в двух словах. Что имеется? Витамин В3, витамин В5, витамин В6, витамин, как говорится, В7, В9, В12, кофеин, гуарана энергетик, доминикана энергетик. Ну, вы сами понимаете, что тут состав, как говорится, ну и вот состав, вот желтым, вот такая вот таблица Менделеева. Написано Бронхс, типа в стиле такого, типа как города какого-то, каких-то там типа путей чи дорог. Какое типа такое, вот, посмотрите, ребята, как говорится, вот так. Здесь написано Бронхс, Алко Энерджи, типа, 8 оборотов. Здесь все, как говорится, самое основное написано сверху. Ну, здесь тоже написано, напий слабоалкогольный, энергетичный, сильно газованный, Бронхс. Ну, тут нарисовано выкидывать в мусорку. Ну, как говорится, тут уже нечего рассказывать, я такую гадость не предпочитаю пить. С товарищем мы, говорит, давай по баночке его выпьем. Мы выпили. Ну и вчера я, так что две баночки тоже Бронхса взял. Одну попробовал. Ну, как говорится, второй раз. Ну и одну оставил на обзорчик, как говорится. По запаху сразу пахнет, в принципе, неплохо, но чувствуется химия. Так что. По цвету, что хочу сказать, друзья, по цвету и по вкусу то же самое Рево, только Рево стоит 35 гривен, друзья, а Бронхс стоит 22 гривны. Загадаем желание. Говорится. Что хочу сказать. Имеются сильно газированные, много бульбушек, цвет такой ярко-красный. Ну давайте, друзья, как говорится, не пейте эту гадость. Но кто пьет уже, пейте с умом. И не в больших количествах, потому что это реально химия. Лучше выпить пивка хорошего. Сильно сладкое, я не люблю реально сильно. Даже взять эти гаражик, там иногда можно выпить гаражик, иногда там можно выпить сидрик, там, как говорится, такое можно иногда выпить. Но, чтоб пить на постоянной основе такие слабоалкоголки, там шейки, Рево. У нас в Украине ягуары не продаются. То вообще была гадость редкостная. Давайте, друзья. Кажется, соответственно, у меня он простоял ночь в холодильнике. Холодненький. Заходит хорошо. Если его пить теплым, то будет как Рево, будет тут аж, как говорится, химия аж во рту стоять. Хотя и сейчас он во рту химии стоит. Сильно сладкий, химический. Считай, как пишется, ну и как людям с больным сердцем, как говорится, нежелательно пить эту, как говорится, гадость. Оценил бы я наш Бронхс то же самое Рево, только дешевле. Такой самый вкус, такой самый запах, все такой самый цвет. Рево вроде бы чуть-чуть потемнее, да. Вроде бы чуть-чуть потемнее. Ну а так, что оценил бы я его по слабоалкоголкам где-то так 7 баллов. Ну, сейчас я тут стою, говорится, с вами общаюсь. А во рту такой аж сахар стоит. Много сахара для людей с больным сердцем, конечно, да. Лучше такого много не пить. Это если кто-то хочет,
одну баночку там в месяц там, или две. Давайте, друзья. Чем его закусывают? Ну, я не знаю, чем его молодежь закусывает. Я думаю, в основном просто стоят, пьют, гуляют, как, ну, на улице там или еще где-то пьют этот бронз там или рево это. Цена неплохая, 22 гривны, в принципе, как банка пива или бутылка пива. Цена примерно 7 баллов, я считаю, хорошая оценка этому напитку. Потом аж от этого, аж бокал липкий в середине будет. Давайте. Притом не сильно. Шейк. Шейка состав химки хватает, но если брать шейк Боро-Боро, в основном там состав спрайт, ну и водка получается. Ну так и остальные, ну там секс на пляже, фанта и... Все равно там химия присутствует, химозные эти всякие штуки. Нет, такое я бы не пил бы. Почему вот людям бывает, ну, после пьянок херовенько? Потому что пьют водку, потом начинают догоняться всякими слабоалкоголками. Ладно, пивком догоняются, пивом это святое дело догнаться. Я, честно сказать, сам любитель пивком догнаться. Ну а когда начинают догоняться уже пивком, этой гадостью, хотя от этой гадости, я скажу честно, когда-то с товарищем выпили водки, по 0,7 водки каждый выпил, и по 6 банок рева. Я на утро думал, что мне хана будет, короче. Так что, давайте. Фух. Ну да, получается на 13 гривен дешевле, чем рево. По вкусу и запаху. По запаху, по цвету, по вкусу оно одинаково. Так. Производится, кстати, ну, вот расскажу. Производится в місті Київ, в улице Богатырська, 3. Так що Україна, адреса. Так що да, місто Київ, тут усе, як говориться, адрес имеется, ну, адрес имеется, код, номер телефона, як говориться, усе имеется. Місто Олександр. Даша. Ну, есть представительство у них в Кировоградской области. Так что. Потужность виробництва героя Сталинграда 3.1. 1.3, как говорится. То есть 3.1.1. Так что как-то так. Ну, производится в месте Киеве, короче. Ну, короче, завод Оболонька делает этот. Говорится, яд, я бы сказал. Это, ну, это яд. Я не любитель таких напитков. Уже, честно сказать, задолбало сидеть слюну эту проглатывать сладкую. Хрен ее проглотишь. Ну, она потом... И неудивительно, чего потом где-то молодежь стоят там возле АТБ там тусуются там или еще где-то там в парках там еще. Но неудивительно, что потом оно все заплеванное. Потому что тут же я не буду плевать. А так бы, если так бы где-то сплюнул бы, как говорится. Потому что, ну, гадость. Ну, вообще лучше не рекомендую. Ну, попросили подписчики отснять на алкоэнергетик. Ну, что ж, как говорится, надо отснять. Давайте, друзья, как говорится, скоро наступает наступающий Новый год. Давайте, друзья, там, кто меня смотрит и не подписан на канал, подпишитесь на канал и давайте постараемся хотя бы до 400 подписчиков, да, до 400 подписчиков до конца года добить, как говорится. Давайте, друзья. Со всех слабоалкоголов получше ягуара будет, это точно. Ну, с рэмом это 1-1, можно сказать.
Шейк чуть-чуть поярче будет, мне кажется. Черный русский раньше был еще, но у нас сейчас в Украине его запретили. Двокрашен. Тоже такая фигня была жесткая, как говорится. От него, я помню, башню рвало жестко. От черного русского. Ну, поярче Ягуара. Давайте, друзья. Ну что, друзья, буду допивать. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал Бухай ТВ, пишите обязательно комменты, как говорится, ставьте обязательно лайчонки, как говорится, подписывайтесь на мой второй канал Олег Мирон, подписывайтесь на мой инстаграм Пешков 570, подписывайтесь на мой тикток Бухай ТВ, все, соответственно, будет в комментарии внизу, как говорится, друзья, не советую, кто хочет попробовать, попробуйте, у кого есть такая возможность. Хотя, не советую, лучше взять пивка, там, Балтика, там, Калсберг, кому там, как говорится, нравится какое пивко, лучше взять пивка, рыбки, там, чи чипсов, там, чи орешков, чи сухариков, и провести время нормально, спокойно с пивком, а лучше с рыбкой, как говорится, чем эту гадость. Ну, а кто хочет попробовать, попробуйте. Так что, ребятки, не болейте, как говорится, мойте руки, делайте, как говорится, все меры предосторожности, чтобы не заболеть. Как говорится, всем мира и добра, всем удачи. Не болейте, друзья.